мы вчера гудели-то? iPhone SE. Наш самый современный смартфон. В 2013 году мы выпустили абсолютно новый золотой iPhone 5S. В 2016 году мы выпускаем абсолютно новый розово-золотой iPhone 5S SE, который вообще не похож на 5S, но он же розовый. Чтобы создать его, нам не пришлось ничего придумывать. Мы взяли дизайн трехлетней давности и переосмыслили его в новом розовом цвете, который мы взяли с iPhone 6S. Неважно, потому что мы очень много думаем о природе, о будущем, о космосе. О каких айфонах мы вообще говорим здесь? iPhone SE — это малая форма в своей лучшей форме. Чтобы создать его, мы взяли полюбившийся дизайн и полностью поменяли содержимое. iPhone SE на 71% состоит из старых комплектующих. Мы сильно экономим, и когда мы начали экономить, было очень сложно остановиться, поэтому в этом видео вы увидите фрагменты рекламного ролика iPhone 5S. Просто понимайте, что это как бы iPhone SE, а мы просто экономим и зарабатываем больше. И экономим. Чтобы сделать новый смартфон, мы взяли старые айфоны, разобрали их и сделали новые. Не каждый лишь может сделать новый смартфон из старого и продав в два раза дороже. Главная фишка iPhone SE – это беспрецедентная безопасность, которая достигнута благодаря внедрению сенсора Touch ID. Одно прикосновение... Что? Было уже? А что тогда новое? 4G и LTE в новом смартфоне стали быстрее на 48%. Если подумать, мы же не виноваты, что нищеброды по всему миру любят этот формат. 40% всех покупателей iPhone выбирают 4-дюймовый 5S, восстановленный два раза. В этом маленьком, но большом смартфоне мы установили 64-битный процессор A9, благодаря которому iOS 9 лагает на 1,7% меньше, чем в предыдущем поколении. Это фантастический результат. Мы как бы восстановили смартфон из восстановленного смартфона. Это похоже на перерождение, на перевоплощение. Мы как бы через 12-мегапиксельную камеру заглядываем в душу, чтобы отправиться в iCloud в 1,6 раза быстрее. 1,65, если быть точным. С наших предыдущих смартфонов у нас осталось так много экранов, что мы поставили 4-дюймовую матрицу с разрешением 1136 на 640 пикселей в 2016 году на свежий смартфон. То есть в вашем смартфоне четырехлетняя, годами проверенная матрица. Такого нету ни у одного производителя в мире. В нашем самом доступном смартфоне есть возможность записи 4К-видео. На 16 гигабайт поместится целых 12 минут записи высокой четкости. 12! Мы сделали все, чтобы было не 11, а именно 12, потому что мы считаем, что в 12 минут можно уложить всю жизнь. Мы в Apple считаем своим девизом «Жизнь в стиле ни дня без инноваций», поэтому когда вы берете в руку iPhone SE, вы как бы не верите в это. Но на самом деле это так.